Если я не ошибаюсь, это павильон дружбы на берегу речки Славянки. Привет. Почтение и благодарность. Вообще жизнь полна парадоксов. Павел проповедовал рыцарство. Он был убит фактически собственным сыном. Ну, если не по прямому соучастию, так благодаря попустительству. Я с ними. Вот и дворец. А вот и хмельные кентавры. Привет, привет! Они уже приветствуют нас издалека. Привет, привет! Озорники.
Здорово. Thank you.